Друзья, всем огромный привет! И в этом видео я хочу вам показать, как сделать пескоструйный аппарат. Конечно, простенький, но для его изготовления понадобится всего лишь пару минут. И если вам что-то нужно на скорую руку отпескоструить, он вас выручит любую минуту, и для этого не нужно покупать сам аппарат. Что для этого мне понадобится? Продувочный пистолет. Те, у кого есть компрессор, практически у всех есть продувочные пистолеты. Если нет, его можно приобрести, он вам всегда пригодится. Далее, полторашка, в данном случае от жигулевского пива. Ну, в принципе, и все. Конечно, сам компрессор нам пригодится. Полторашку уберем пока в сторону. Сначала нужно вот этот носик извлечь, так как нам нужен прямой носик и длинный. Извлекаем. Может, конечно, у кого-то они есть с длинными насадочками, но у меня нету. Поэтому мне нужно сюда подобрать трубку вот такого же диаметра. Идеально она подходит от решеток радиаторных старых холодильников. У меня как раз такая завалялась. И сейчас я из нее буду извлекать трубку нужной мне длины. Желательно сделать отрезок трубы подлиннее, так как многие знают, чем дуло у ружья длиннее, тем оно стреляет дальше. Поэтому желательно сделать подлиннее. Ну, я думаю, 40 сантиметров будет вполне достаточно. Вот так отпилим и вот так. Вот такая вот трубочка получилась. Вы, конечно, можете просто купить удлиненную насадку на продувной пистолет. Я думаю, она стоит недорого, но у меня выходной день сегодня и некогда ездить по магазинам. Поэтому я решил быстренько ее изготовить. На это у меня ушло буквально 1 минута. То есть обрезал, заточил лишнее и все. Ну все, переходим к следующему шагу. Далее нужно взять какую-то тару, мелкое сито и просеять нужный нам песок. Конечно, песок можно приобрести в любом строительном магазине, но я решил не заморачиваться, никуда не ездить и быстренько просеять песок. Далее, друзья, нужно вставить эту трубочку. Затем нужно вот в этом месте сделать пропил болгаркой. Буквально 2-3 мм. Должно получиться примерно вот так вот. Подбираем сверло по диаметру нашей трубки. Ну, то есть у меня это получается 5,5. Затем нужно взять бутылку и насквозь просверлить отверстие в крышке. Так, ну а теперь остается просунуть трубку вот сюда, примерно чтобы по центру было отверстие для песка. Но сначала наполним бутылку заранее отсеянным либо купленным песком. У кого нет воронки, можно нагреть горлышко бутылки такой же и маленько его вот так вот расплющить, чтобы оно свободно вставлялось сюда. Все, песок готов. Самое важное правило – это нужно использовать исключительно сухой песок. Вот этот пескоструйный аппарат практически готов. Осталось подключить компрессор и проверить его в действии. Прежде чем начать пользоваться пескоструем, обязательно оденьте щиток или очки. Желательно, конечно, закрыть все лицо. Вот такой вот получается результат. Краску счищает вообще идеально. Вот, как вы видите, результат довольно неплохой. Даже вот здесь, по-моему, прогнул маленько его.
Ну, я, честно говоря, очень удивлен. Качественно все это дело пескоструется. Конечно, для профессиональной работы этого будет, я думаю, недостаточно, но для домашних целей вполне сойдет.